выделены весьма значительные средства федерального бюджета. Давайте сделаем так, чтобы все эти средства до рубля ушли на дело и принесли пользу гражданам Российской Федерации. Это можно сделать только вместе. Недавно принята стратегия развития водного хозяйства Российской Федерации. Это большая, огромная, я бы сказал, программа, которая предусматривает финансирование в объеме 300 миллиардов рублей в течение 5-7 лет. Таких объемов финансирования не было никогда. Безусловно, субъекты Российской Федерации получат значительную поддержку. Это и состояние рек с точки зрения качества воды, это и работы по берегу, укреплению. Пермскому краю федеральное финансирование, в частности, поможет быстрее привести в порядок набережную Камы. Юрий Трутнев сегодня осмотрел прибрежные полосы в районе Перми 1 и Воткинского водохранилища. Кроме того, в Прикамье будет продолжена работа по расчистке донных отложений водохранилищ, прудов и русел рек. На данный момент проведена расчистка пруда на реке Сива. Идут работы в ложе Нытвинского водохранилища стоимостью более 300 миллионов рублей. Этой осенью началась расчистка русла Данилихи в Перми. Выполнено дноуглубление русел семи рек общей протяженностью почти 10 километров. В этом году начались дноуглубительные работы на реках Борда и Луньва. На эти цели из краевого бюджета было выделено 245 миллионов рублей.